Техника Apple по низким ценам напрямую из американского Apple Store при помощи надежного сервиса Бандеролька. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Apple Team. Ребят, не успели люди отлистать деньги за Apple Watch, как на горизонте появляется iPad Pro. Ну, появляется это громко сказано, просто появились слухи. Вытек откуда-то непонятно, откуда чертеж нового iPad Pro. Он сейчас перед вами, и дисплей этого iPad Pro 12,9 дюймов. То есть, грубо говоря, 13-дюймовый планшет. Прикиньте его размер в руках. То есть, планшет будет действительно огромный. Габариты перед вами, сравнение с iPad Air 2 поколения также перед вами. То есть, видим, что действительно планшет будет довольно-таки большой. Непонятно, можно ли верить этим чертежам или нет, но мы можем увидеть, что будет 4 отверстия по динамике, то есть 2 сверху и 2 снизу. Также, судя по чертежам, мы можем увидеть, что будет разъем USB Type-C от Lightning Apple откажется в iPad Pro, и также там будет процессор Intel Broadwell и с материнской платой и массивным охлаждением от нового 12-дюймового MacBook. То есть, в целом, если так будет, это будет классно. Что касается операционной системы, то тут либо iOS, либо OS X, непонятно, но я склоняюсь все-таки к OS X, потому что если речь идет о новом охлаждении 12-дюймового MacBook, то, возможно, это будет OS X. В общем, ждем WWDC 2015, и там же, если и покажут, то, соответственно, только там. В общем, ждем, надеемся и увидим, что это будет за монстр. На этом, ребят, можем закончить. С вами был Apple Team. Если тебе понравились такие апдейты, новостей, слухов по поводу продуктов Apple, ставь свои пальцы вверх, не забывай о яблочках, подписывайся на канал. Пока!